Нормально, блядь, нормально чисто. Всем, ребят, здравствуйте, здравствуйте. Значит, сегодня мы продолжаем проходить игру, да, вот эту вот Star Wars. Да? Да. В предыдущей серии мы с вами прошли чуть-чуть, прямо посмотрели... Хватит уже. Прошли с вами чуть-чуть игру, посмотрели, что это вообще за игра, и, в принципе, она мне зашла. Сука, я сейчас нахуй ёбну, блядь. Хорош, блядь. Ебёшь ты, блядь. Так вот, мы посмотрели, что за игра. И мне, в принципе, она зашла. Чуть-чуть, да. То есть местами нет, местами да. Вот, я готов, в принципе, ее пройти. Почему бы нет? Почему бы нет? Поэтому сажитесь поудобнее. Там кофеёчек, чаёчек. Покушать. Все по вашему желанию. Пледик обязательно, да? Вот пледик обязательно. Сажитесь поудобнее. А мы начинаем. О, привет! Короче, мы где-то тут остановились с вами. Получить дополнительные очки. Чё, блядь? Бля, чтобы вспомнить. Ага, вот так, значит. Да. Так, чтобы понять, что с сенсой вообще происходит. Угу. Что, все? Получается. А там что? Что это за кружочек желтый? Можете сказать мне? Что здесь? А, это может отсюда мы пришли, типа? Ну ладно. К нам сюда, сюда. Кто-то должен будет выбежать. Так, тут что-то было тогда, да? Но это уже мы тогда с вами забрали, да, уже все. Да, нам какая-то штука, типа, 10 тысяч очков дали, что-то такое, блядь. Честное слово. Да, такое, блядь. Чё, блядь, мразь? Повышение уровня, окей. Да-да-да-да, окей. Окей. Да-да, окей, блядь. Такое. Так, а как это делать? Я не помню как. Тут вроде R сжимаешь или T. А, он же не может, да, вроде, типа, бросать. Ну, типа, помните, меч как Дарт Вейдер. Так. Окей, let's go. Бум. Ну, типа, это очень долго, конечно, так делать. Блять. Извиняемся. Нормально чисто, блядь. Блядь, что это? Все, погнали. А я туда прыгну, блядь. А, мне же с другой стороны точно. Извиняюсь, блядь, получается. А, бля, нормально. Короче, как-то так нужно. Блять, извиняюсь. Ну, типа, сложно этим управлять, конечно, местами. А, мразь, блядь. Да ты охуел. Угу. Вот с вами тогда до сюда дошли.
Блять, сюда оттуда тоже, да? И что мне делать? В таком случае. Давайте подумаем с вами, что делать. Ого, нормально. Погнали. Блять, не то. Так вот делаем. Угу. Сюда, бля, иди, ёпта. Что ты там, блядь, своей хуйней пукалкой-то, блядь, стреляешь-то? О. До свидания, блядь. Ну, как-то так, короче. Вот сюда, да, там потом нужно было. Да. Ой, бля, здесь пиздец сейчас будет. Там, что, блядь? Что это, блядь? Ух, пизда там, блядь, творится, да, я так понимаю? Такая хорошая пизда. Ну, тут, в принципе, ничего такого сложного даже нету, типа. По факту-то. Так, а что тут у нас с вами? А, вон там эта секретная штука. Как раз таки. Аккуратненько взять. Сферы силовых приемов. Мы открыли джедайский голокрон. Сдерживаем. Ага. Окей. Давайте попробуем с вами. Совершенствованная сила, да, вроде это. Синие сферы совершенствуют ваше владение приемами. Красные — смертоносные комбинации ударов, и желтые — врожденные способности. Ага. Да, окей. У нас сколько? У нас с вами одна синяя, две красные и две желтые. Ага. Силовой удар, молния, блядь. Она закрыта у меня. Захват. Вот, конечно, силовой удар, думаю, побольше. Потому что у меня вот это все закрыто, в принципе. Вот. Дальше. Силы способности, выносливость, концентрация, освоение сил, сила жизни, сопротивляемость, боевая медитация, мастерство вехтования, мастерство защиты, мастерство серии приемов. Ну, конечно, блядь, сюда силы жизни 100%, потому что это, я так понял, хпшки восстанавливает. Ну, типа хпшка, я так понимаю. Вот, поэтому, ну, типа, это логично. А, шпион, что? Шин ситхов, ярость ситха с мечом. Что тут еще есть? Это все открыто. Воздушная атака, режущий удар мечом. Отбрасывающий рывок. Подбрасывание ситха. Атака ситха. Угу. Отбрасывающий удар мечом. Так, а там что? Ярость ситхи с мечом. Ну, я не знаю, что даже. Что лучше будет. Давайте посмотрим еще вот это вот. Так же или как? Так. Выполнение приема. Так, так, так и У. Бросок об землю, подбрасывающий воздух вашего врага и всех ближайших. Ну, типа, давай попробуем, почему нет. Почему нет? Посмотрим, как это вообще работает. Раз, два, три. А, ну прикольная, кстати, штука. Прикольная, как по мне. Давайте сразу сохранимся. Я не знаю, сохранит у нас тут или нет, чешо. Надеюсь, сохранит. Угу, погнали. Так, вон там челики. Воу. Тут, скорее, тоже челики, да? Нет. Как странно, даже их тут нету.
О-о-о. Тихо, аккуратненько, блядь. А, вот оно что, да, значит. Да, попробуем. Раз, два. Так, тихо-тихо, блядь, Алена, аккуратненько, блядь. Аккуратненько. Мы не забываем, что здесь можно прыгать еще. Угу. Понятно, блядь. Так, ну мне туда получается, да? Тут сейчас сбоку пойдет, да, кто-то? Да, нам сказать, сейчас туда придется идти. Я понимаю. Да? Да, такое, блядь. О, здравствуйте. Сразу нахуй. Также сразу нахуй. Ебать, чего у вас так много здесь? До свидания, блядь. О, что-то еще взяли. А, вот 10 тысяч очков сила. Угу. Серьезно, блядь. Да ей больно. Блять, уходи. Успеем сюда? Нормально, сейчас своих хуярят. Так, ну нам сюда. Так, давайте сохранимся еще раз, потому что оно местами не сохраняет вообще. Я засекла оживленных переговоров за низким уровнем выше тебя. Ты уже почти нашел генерал Коту. А это типа мини-босс или что, блядь? Ёбаный. А чё их тут? Сколько их тут хотя бы? Угу. Ну погнали, чё, блядь. Бля, ебать у них, конечно, жизнь. А, здесь эти челики, что ли, просто? Нет. Сзади меня кто-то? Мужик. А, он все, ББ. Чё ты кидаешь тут? Алё, блядь. Это мы 100% берем. Ну, это как по мне логичнее все. Все, больше никого. А, не, вот чел. Че, все, это все, блять? Ну, да, наверное. Наверное, это все. Ну не просто же так тут. А, понятно, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу, мужик, блядь. Успокой свое трахание, знаешь. Ай-яй-яй, больно. Ой, блядь, до свидания, нахуй. Сосешь, сука. Сука, сосешь же, блядь, я тебе говорю, нахуй. Да иди ты нахуй, блядь. Ты, сука, смотри, что творит, блядь. Что есть такая штука? Бля, они жесткие, кстати. Нормально, блядь. Надеюсь, меня сейчас никто тут не отпиздит, блядь.
А я могу здесь сохраниться? Я не знаю, тут контрольные точки работают вообще? Типа, могу я тут в любом месте, типа, сохраниться? Или, блядь, здесь только контрольные точки, блядь? Пойти на второй уровень задавать. А, вот, сохранилось. Погнали, чё, блядь. Даже не сомневался, что здесь. Лазил на защиту, блядь, чё, охуел, что ли? Ну, погнали, попиздимся, блядь. Сразу пулеметчиков надо хуярить. Ебать, вы чё нахуй? Сразу нахуй их. Этих можно так отпиздить. Блядь, тут пулемётчик надо отпиздить. Ты, сука, чё, охуел, мразь, блядь? Так, пулемётчика сразу нахуй. Этого тоже нахуй. Этих можно так, типа, отпиздить. По факту-то. Ладно, чел. Чё тут забыл-то, мальчик? Ты чё тут забыл-то, блядь? Не пойму. Такое, блядь. Нам ж сюда, да? Ой, блядь. Так. Тебя сразу нахуй. Тебя тоже сразу нахуй. О, блядь. Аккуратнее. Мужик, уходи. Тихо, тихо, тихо. Ах, пешка не самоустанавливается или никак? Или все ББ нахуй? А, это все ББ? Такое, блядь. А вот это что? О, поглощение здоровья. Вот какой ништячок тут есть. Такой себе, конечно. А не. А, это все, блядь. Типа вот на эту штуку мне надо. Ты мразь, блядь. Чё, спать, чтобы. Мразь, блядь. Ебучая, блядь. Мразота для Федота. Сейчас пизда будет, я уверен, блядь. С этой хуйней еще, да, бороться придется. На, ёпта. Чё, мне с тобой, да, драться, блядь, так понимаю? Да. А-а-а, сука, мразь. Смотри какой. Ну давай, блядь, отсосёшь нахуй же. Блядь, тут и хуйня надо, типа. А что, если я и плохо управляю, блядь? Не, до свидания, нахуй. Я сам не хочу играть. О, блядь, мразь. Какая, блядь. И как мне его победить, типа? Блядь. Да, сразу так нельзя было сделать. Чисто, блядь.
Или ты хуйней занимался, не пойму. Бля, что это? Так, а можно здесь сохранюсь сразу? Что... Типа это, так понимаю, босс был или что? Или ты мини-босс? Ну он такой, он типа, я думаю, легкий. Типа, просто надо научиться вот этой хуйней типа управлять. Видите, он вверх делает. Чтобы, типа, делал, видишь, в бок. Хотя, типа, видите, я делаю прямо, он оп, в бок куда-то стреляет. Ну, типа, такое. Честное слово. Да, такое. О, я вижу уже. Ой, блядь, что это нахуй? Так, сразу, мразь, тебе иду, блядь. Иди нахуй отсюда. Сразу же, блядь. Нормально, сейчас его показали. Бян, скажи, что он сохранится здесь, пожалуйста. О, до свидания, нахуй. Ух, ебать! До свидания, блядь. Давай, хуеплёт, сейчас вам. А, мальчик, ты чего? Не, их бить бессмысленно вообще, блядь. Значит, такой хпшек, их вообще бессмысленно бить, я думаю. Они сюда пойдут? Нет. Маневрируем, типа. Может, ты перестанешь в меня стрелять? Не бесконечно они, что? Остался ласт. А он меня здесь сохранит? Или как, блядь? Да уж, такое, блядь, такое, давай. Нормально, блядь, чё-то. Ну, давай, погнали, чё. Чё, здесь чарики должны будут выпасть, да, или что, блядь? Все сохранились. Нас сохранило автоматически здесь с вами. Ух, ебать, там что это, блядь? Это что вообще? Может, кто-то мне скажет, что это, блядь? Свидание, блядь. Нет, какой стаб-то, блядь. Где генератор-то, блядь? Да, блядь, ну! Блядь, такие они твари, блядь, вообще пиздец. Давай, давай, иди сюда. Иди, иди сюда. А, ему вообще похую в целом, да? Так, ну да, давайте тогда прокачаемся с вами. Совершенство силы. Два и силы приема. Молния. Ну, бля, не могу я открыть, к сожалению. Захват. Волна. Нет, 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 нет. А, все, это все, что у меня две открыты, блядь. Силовый удар. И в чем прикол? Выполнение приема, ага. У выполнения приема для зарядки удерживать У. Видите, держит, чтобы усилиться, да? Врагам наносит значительно большой урон при силовом ударе. А захват? Я думаю, он бессмысленный, да? Держите К. Затем удерживать, чтобы поднять одного или двух врагов. Ну, кстати, ничего так неплохо звучит. Но сюда нужно три. Все нужно три.
Ладно, смотрим на силовые способности, выносливость, концентрация силы. Тогда посмотрим, что это. С каждым новым уровнем увеличится максимальный запас вашего здоровья. Вот это 100% нужно. Вот так, а тогда вот это что такое? С каждым новым уровнем увеличится запас здоровья, который вы восстанавливаете, побеждая врагов. Угу. Окей. Окей. А тут что? Ярость, что тут? Пауза, пауза, пауза. Ага, 4 раза один из самых сложных фехтовальных приемов. Ярость ситх с мечом позволяет вам наносить множественные удары. Не знаю, что это, но... Ну, ладно, что у нас еще открыто с вами? Воздушная атака, ну такое, типа... Можно, типа, вот это попробовать. Угу. Мощный круговой удар, святой мечом со вспышкой. Ага. Отправляющий врага в полет. Здесь всех ближайших врагов отбрасывает мощной волной. Shift плюс U. Ну, кстати, можно. Подбрасывание ситха. Это что, блядь? И краткий плюс U. Маневр захвата, подбрасывающий врага в воздух. Ну, такое, типа, тоже, я думаю, пока что нам не нужно это. Так, чтобы это если будет некуда уже девать все эти штуки, то можно будет. Шнурок, ага. Ну, давайте прокачаем, я знаю, что. 100% нам вот это нужно. Где оно? Это что? Это, типа, круговая какая-то, Шервок, да, Дарт Вейдер делал, да? Брат Шервок, это что у нас? Это все ближайшие врагов отбрасывают мою мощной волной. Ну, давайте вот это с вами прокачаем. И тогда что? Что еще туда? А, в принципе, больше ничего не можно, да? Давайте вот это, что ли, вот эту ярость, вот это попробуем. Как там? Пауза, пауза. Типа 3 раза пауза, и потом еще раз 4 раза нажать надо. Окей, давайте попробуем. Посмотрим, что это вообще. Знаете, 1, 2, 3. Блять, не туда. Еще раз. Туда посмотрим. 1, 2, 3. Ну, такой, типа. 1, 2, 3. Ну ладно, блядь. Да, блядь, ты тварь нахуй. Я твой шатал рот, блядь, знаешь. До свидания, блядь. Так, а, вот генератор, кстати. Говоря. Мы с вами его нашли. Теперь нам нужно идти. Бля, конечно, я не хочу с ними драться. Ну, блядь, там, я так понимаю, тоже, да, есть эти челики. Да, он не выше. Так, ну, ту сторону, я думаю, не обязательно добить. Поэтому сразу уходим. Ну, а хуль? А вот почему нет? А вот почему нет? Сохраняемся. Я не знаю, он почему-то не сохраняет, но вообще должен. Ну ладно. Ну вот, прямо над тобой. Прямо надо мной. Чего, блядь? Прямо надо мной. Так, ну так понимаю, сейчас босс будет, да? Ну, как раз-таки первый босс. Не знаю, мы победим его или нет. Ебать, как красиво, да? Прикольно. Прикольно. Конечно, я думаю, в новой игре от них намного красивее, но это тоже ничего так. Мальчишка. Я столько времени сражаюсь против Империи, а Вейдер просылает за мной сополяка. Бля, мне с ним еще драться, да? Бля. Победите, блядь. Хорошо, блядь, как не побежу, блядь. А, тварь, нахуй, смотри. А как мне его законцентрировать? Блядь, как мне его законцентрировать? Блять, нихуя. И как мне его побеждать, по-вашему, блять? И шо, блять? Похож ноги на эту, блять? На уебана, блять. И как мне его победить-то, блять, теперь? А как мне его победить-то, блять? Не понял, блять. На, блять. Ну, блять.
Охуенно, блядь. Ну, хоть так, типа, хоть так. Ну, блядь, ну это ББ, нахуй, я понимаю так. И как мне побеждать, блядь, по-вашему, блядь, ребятки? Ну ладно. А, ну, блядь, давай, хуило, блядь, подеремся с тобой. А, он, блядь. А, ну еще он и ебан какой-то, блядь. Понятно, блядь. Ой, блядь, надо прятаться за эту хуйню. Не, я не побежу. Вы что, блядь, играете, что ли, давно, нахуй? Я даже не знаю, как его, типа. О, я могу его кидать. Вот это очень хорошая новость, ребяточки. Пошел нахуй. В такие моменты я могу вот так хуярить, блядь. А, понятно. Да ебался за к ним, блядь, нахуй. Ага, отсосешь, блядь. Конечно, понятно. Понятно. Я могу вот так его кидать. Это очень хорошо, ребята. Очень хорошо. Потому что я что-то его не мог. Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Нет, это реально хорошо, что я могу его кидать. Сверх хорошо, блядь. Да, блядь, можно на нем сконцентрироваться? Ну, окей, блядь. Блядь, это очень хуёво. Ну, ждем, пока он эту хуйню свою сейчас делает. А, все что ли, блядь? Ты сильнее, чем я думал, но я не могу оставить тебя в живых, парень. Я дошлю твой прах Вейдеру в подарок. Вы пытаетесь... Чё? Вас пытаются охватить силы. Как можно быстрее перемещайтесь со стороны в сторону. Иди нахуй! Отъебись от меня, блядь. До свидания, блядь. Уёбок. Угу. Дед, блядь, ебучий. Пошёл нахуй. Уходим, блядь. Нахуй нажим мне, блядь. До свидания, блядь. Дед, я тут. Пошел нахуй. Простой. Он простой, типа, довольно-таки. Вполне он типа... пошел нахуй тогда. Сосёшь, блядь. Чё, мразь? Ебать ты мразота, блядь. Ты охуел, что ли? Пиздец какой-то. А как мне от него прятаться, типа? Да ты можешь деда брать? Вот так кидать? Дед, отстань от меня, пожалуйста. Дед, отстань. Что, ты хочешь подраться со мной? Не пойму. Дед, блядь. Отстань, пожалуйста. Еще за этой плитой можно прятаться. Да посмотрим, что-то что-нибудь сделать мне или нет. Вообще не должен. Не делать ничего. Это очень хорошо. Ай, блядь, что?
А чё, ему вообще ничего? If I have to go through you to get to Vader, then so be it. И как мне, блядь, как? То есть ему вообще все равно, да, вот на это, а мне должно быть нет. Такое, типа. Дед, отстань, пожалуйста, от меня. О, до свидания, блядь. Ну вот отъебись тогда нахуй. А побегаем с тобой лучше, блядь. Тебешься от меня нахуй. Блять, я забыл про это. Давай, деда. Оп, вот так вот. На, блядь. Ай, блядь. Бан, ёпта. Еще тебя вот так возьму. До свидания, блядь. Я что-то эту хуйню сделал, да, опять? Не, мужик, отстань, блядь, пожалуйста, от меня. Сосал, блядь, все. Да, отстань. Бля. Вот почему ему все равно, типа, на все это? Бля. И как мне с этим бороться? Как мне, типа, с ним бороться сейчас? Вот так, что ли, как-то? А, вот ему наносит урон. Причем даже... нехило наносит урон. Давай, блядь, дед, поборемся с тобой, блядь. Давай поборемся, шо ты, блядь, цикуешь-то нахуй, дед, блядь. До свидания. А! Тихо, тихо, тихо. Он с тебя почти лучше пьет. Чего захватить не могу? Blasted Sith scum! Ты, сука, ебучая, блядь. Давай, давай, давай. Ну, вставай! Да что он лежит-то, блин? Совсем, что ли, идиоты? Бля, такой ты уебок, сука. Дедуля, блядь. Хуёля, блядь. Да что, что он творит-то, блядь? Не пойму. Ну, а до свидания, блядь, дед. Совсем охуец, блядь. Давай, блядь. Он тоже LHP, самое интересное. Я тоже LHP. А, все, блядь. Уходим, уходим вот сюда. Не, соси хуй, блядь. Почему я не могу там? Алло, блядь. Угу. Ты отсосал, блядь. Дедуля, блядь. Вот ты отсосал, блядь. Нахуй, пошел. Давай, блядь. Ну шо ты пиздишь-то, блядь. Соси, блядь. Потом проси, знаешь, как называется. Сука, мразь такая. Бля, как мне его? Давай, ну, мужик. Пизди, бля, пожалуйста, прошу тебя, нахуй. Ну, бля, плохо. А, мне дают еще шанс, типа. Бан, блядь. Ну все, надеюсь. Вейдер думает, что обратил тебя. Но я чувствую твое будущее. И Вейдер не всегда будет твоим учителем. Я чувствую лишь...
Я? Ну, не скажу, что он был простой, этот, скажем так, босс. Но такой, типа, сложноватенький. Бля, мужик это отправился. Бля, и полетел. Да уж, такое. Результат. Найдите и ликвидируйте генерала Коту. Бля, дед какой-то, вообще, блядь, вообще борзел. Уничтожьте 5 истребителей, выполняйте очки силы, ага, на один даже больше. Соберите все галакроны. Их 15 штук, чего? Зарядные, ну, тут вот информация, кому что интересно, да. Имперский командир 1, генерал Рамкота 1. Награда. Угу. Открытая запись в хранилище данных, открытый видеоролик, открытый эскиз, костюм, силовой прием, кристалл светового меча. Что? Новый эпизод кампании. В принципе, все. Магистр Корта мёд? Yes. Да. Его световой меч. Шпионы засекли еще одного джедая. Каздан Паратус. Паратус намного сильнее тебя. Не думал, что ты выживешь. Уничтожишь его, и ты еще на шаг приблизишься к своей судьбе. Император. Да. Только вместе нам удастся его победить. Я не подведу вас, мой повелитель. Да-да. Поразительно. Похоже на храм джедаев на Корусканте. Прокси, можешь перехватить какие-нибудь сообщения? Слишком много нужно расшифровать. Я слышу тысячи дроидов, и все они перекликаются между собой. Сюда дроиды приходят умирать. Подойди нас к этой штуковине поближе, что там. Я сделаю, что смогу, но проследов там немного не придется. Тебе придется добираться до храма пешком. Короче, проседов немного, придется добираться пешком до этого храма. Я возвращаюсь на низкую орбиту. Судя по сканерам, тебе придется пробраться через это ядро гиперпривода. Выбравшись с другой стороны, ты сможешь попасть что-то внутрь. В принципе, все, если понравилась серия, там, поставьте лайк, вам не сложно, мне очень приятно, типа, мне это мотивирует делать дальше такие видео, да. Подписочку, там вам колокольчик, чтобы вы знали одни из первых, когда выйдет новое видео. В принципе, все. Увидимся в следующей серии.